Продолжается зимнее первенство района по футболу. В 10-м туре, прошедшем в минувшее воскресенье, зафиксированы следующие результаты. Интер Сасруко 1-3, Игирхай 1 в Личепсин 3-3, Кашихабль Дружба 7-3. Из-за неявки команды Игирхай 2 на матч с Нуром ей засчитано поражение. Турнирную таблицу по-прежнему возглавляет команда Кашихабль, набравшая 28 очков. Второе и третье места занимают команды Сасруко и Нур с 22 очками. Список бомбардиров возглавляют Аслан Пиштиков из команды «Юность», забивший 25 мячей, и Денис Павлов из команды «Кашихабль» с 18 мячами. Следующий тур пройдет 29 января. Играть! Играть!
Я на войне, что сюда! Руля!
Фигура. Лиза, пара, вы наш! Центр, руля! Молодец! Я!
Да не прикипуй! Кто ты хотел? Бросать, поднимай. Сбал, сбал. Пойду! Свести, свести, Руси, свести. Было. Мало. Дать Мура! Ау! Ну что, ты не ждешь, что ли? Нормально, рабочий. Да ёпта, блядь. Не ждешь. Мои колокольчики. Брата, первый. Агри, закинь, закинь. Жаву, жаву. Руля. А, да, выйди, шари. Один, руки. Дай мне мяч на Мурате! Пожалуйста, один разочек. Я не закопковай! Муратик, ну давай же, Басу! На дальнюю! Ну, блядь, шите! Дай я забью, я не... Иди, Руля! Подмогай!
Ай, блядь. Давай, 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 забивай. Мура, я хотел, чтобы ты забил. Оп! Agora.
там. А! Типа через себя я забил. Отлично, отлично, Витя. Хорошо. Мяч! Мяч!